Ежегодно в Сарове порядка 20 человек слышат диагноз меланомы – злокачественное пигментированное образование, которое может возникнуть как на неповрежденной коже, так и на уже имеющихся родимых пятнах и родинках. На ранних стадиях меланому можно излечить в 90% случаев. Но если пациент обращается к врачу с запущенными формами опухоли, помочь ему бывает сложно. Если такое образование было и стало иное, оно стало расти, увеличиваться в размере, оно становится асимметричным, неправильным, контуры его меняются, деформируются, становятся неровными, меняется цвет, либо усиленно черным становится, либо наоборот, цвет этот меняется в пользу обесцвечивания. Это тоже признак злокачественности. С помощью мобильного приложения «Про родинки» любой желающий может получить медицинские рекомендации о своих родинках, не выходя из дома. Советы о визите к врачу формируются на основе данных пациента, а также фотографий, пигментации и кожных новообразований. Приложение можно скачать на двух интернет-платформах – App Store и Google Play. Открываем. И здесь появляются три раздела – «Мои родинки», «Моя семья» и «Осмотры». В «Мои родинки» вы можете проверить свои новообразования. В разделе «Моя семья» проверяете новообразования у своих родственников, у своих знакомых. И осмотры динамически можно осматривать новообразования у себя, либо, опять же, у своих знакомых и родственников. В разделе «Мои родинки» необходимо заполнить данные пациента, фототип кожи, наличие солнечных ожогов, продолжительность существования новообразования. В пункте «Расположение родинки» добавьте одну или несколько фотографий своего новообразования. Изображение можно загрузить как из галереи, так и сделать фото в режиме онлайн. После этого нейросеть приложения проанализирует фотографию и через несколько секунд выдаст рекомендации, а также информацию о злокачественности образования. С каждым годом увеличивается количество злокачественных новообразований кожи, поэтому очень важно вовремя диагностировать и получить тем самым квалифицированную медицинскую помощь. И тем самым это улучшит прогноз на выживаемость данного пациента. Мобильное приложение «Про родинки» бесплатно и доступно для смартфонов iPhone и Android. Светлана Ярунова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.